Миллион многоразовых защитных масок раздадут жителям Тверской области в рамках проекта, который реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени. Акция стартовала 30 апреля накануне майских праздников. Выдача индивидуальных средств защиты будет проводиться в общественных местах, в частности, на остановках в часы пик. В Твери в качестве опорных точек, где волонтеры раздавали маски, были выбраны остановки общественного транспорта с большой пешеходной проходимостью, например, речной вокзал. Раздача масок у нас планируют на всех остановочных пунктах, которые обладают такой максимальной проходимостью. Это, например, бульвар Намигина, это точка около ЖД вокзала, это точка вот здесь, да, на территории речного вокзала. Вот такие максимальные точки, где массовое скопление людей, возможно, ожидается. На приобретение этих средств защиты правительство потратило 30 миллионов рублей. Шили маски местные производители, которые активно присоединились к этой акции. Как рассказали волонтеры, за три дня они планируют раздать миллион защитных масок. Их получат не только жители Твери, но и других крупных муниципальных образований региона. Эта акция затронет все муниципалитеты Тверской области. Прежде всего, работа будет развернута в 15 крупных городах нашего региона. Мы передаем первый миллион масок для наших граждан, чтобы сохранить режим соблюдения всех карантинных и санитарных норм, которые предписаны Роспотребнадзором. Для нас очень важно сегодня сохранить уверенную работу региональной экономики, очень важно сохранить рабочие места, и для нас на первом плане является здоровье и безопасность наших граждан. Напомним, что режим повышенной готовности действует в Тверской области с 17 марта. Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам советуют оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки для выгула домашних животных и выноса мусора. К этому призывают и участники акции «Остаемся дома», которую, в свою очередь, поддержал наш телеканал.